Друзья, всем привет! С вами мотосалон «Моторчик». Меня зовут Александр. И сегодня я вам расскажу о новинке, которая появилась у нас в салоне. Это Винха Yamaha D300 Pro Max. Итак, по основным техническим данным, в принципе, давайте быстренько пробежимся. Это 300 кубов, полный привод с понижающей передачей. Значит, что отличает комплектацию Pro Max от обычного Винха D300? Ну, можно заметить, что это обновленная оптика. Она полностью на диодах. И выглядит действительно, ну, прям вид у Винха освежился классно. А также данный квадроцикл устанавливается с инжектором. То есть здесь уже не карбюратор, а инжектор, что, опять же, упрощает нам его использование в жизни. Заводится в любую погоду, не глохнет, не едет, не надо ничего настраивать, чистить. Инжектор — это всегда удобно. А также по комплектацию входит многоуровневый подогрев ручек. Здесь 5 режимов, вот так вот интегрирована кнопка включения подогрева, очень удобно, очень красиво смотрится. Ну, также Линхай поставляется уже в сборе с литыми колесами, с лебедкой с тяговым усилием на 1400 кг, металлическим бампером, металлической площадкой, то же самое все сзади, плюс спинка пассажира и паркоп. Подвеска спереди многорычажка, сзади моноамортизатор, соответственно, все у нас редукторы, карданы. То есть это уже достаточно серьезная техника, вы можете на ней поехать куда-то в грязь, ну, и получить удовольствие от вождения. Друзья, рекомендую, выглядит классно, техника у нас, поэтому всех ждем. Если какие-то вопросы, звоните, пишите. Всем пока, увидимся.